Боевой путь добровольца Алиаса Авецба начался в 2008 году, когда Грузия начала военные действия против Абхазии. С началом СВО он присоединился к интернациональной бригаде «Пятнашка». Благодарная Донецкая Народная Республика наградила его Георгиевским крестом третьей степени. Настоящий горец должен защищать правду и справедливость, а значит, Россию и свой народ. Добрый день, Москва! Добрый день, Россия! Дорогие друзья, в первую очередь я хочу поздравить с праздником и передать привет, выполнить свое обещание всем ребятам, которые в данную секунду находятся на передке. Ребят, привет вам! Я приехал в Донецк с началом специальной военной операции. Меня привело туда чувство долга и благодарности перед народом России и народом Донбасса. Я увидел своими глазами результат деятельности неонацистов. Это истерзанные дети, женщины, старики, сожженные, разрушенные города. Это сподвигло всех нас взять в руки оружие и встать на защиту, ибо это у нас в крови защищать. В крови у всех русских, абхазов, осетин, чеченцев, татар, бурятов, всех нас. Помогать. Интернациональная бригада «Пятнашка» в своих рядах объединила представителей всего бывшего Советского Союза. Нас объединяет одна священная цель – защитить свой общий дом. Древняя абхазская мудрость гласит: «А сейчас злом казадгил псадгилдзам баша нышу». Земля, не окропленная кровью, не может быть родиной. Это просто земля, сырая земля. Так земля, за которую мы сегодня сражаемся, она не просто окроплена кровью, она насквозь пропитана кровью наших предков, а теперь уже и нашей кровью. А это значит, это наша общая родина. И мы обязаны победить. И пусть никто не сомневается, мы обязательно победим. С праздником, друзья! Аля, спасибо большое, спасибо!